Всем привет! В комментариях спрашивают, где находится датчик температуры отопительной воды. Датчик находится вверху, в самом верху, где первичный теплообменник. Вот видите, черный патрубок? И там два винтика и проводок. Это и есть датчик температуры отопительной воды. Здесь он и крепится, на этом патрубке, на черном. Это провод. Его надо разъединить, когда будете снимать, если, допустим, менять датчик температуры. Но чтобы поменять датчик температуры, не забывайте, что надо отключить котел на пульте. Затем отключить электропитание котла от розетки. Перекрыть кран подачи газа. И перекрыть краны под котлом обязательно. Не забудьте. Иначе, когда вы откусите вот эти два винтика и начнете вынимать датчик температуры отопительной воды, то оттуда брызнет вода под давлением. Поэтому сначала сливаем все это дело, сливаем воду, ну и все остальное делаем. И только потом можно будет снять датчик температуры отопительной воды. А почистить его можно, то надо в аптеке купить тампончики спиртовые. И этим тампончиком взять и почистить его кончик сам датчика. И все будет отлично. Все, всем удачи!